Всем привет, уважаемые подписчики! Первый сезон сериала «Северная звезда» состоял из 8 серий. Основные съемки сериала проходили в себе же, в Псковской области, в Санкт-Петербурге. Над сценарием работал известный сценарист Андрей Тумаркин. Он работал над проектами «Первый отдел», «Невский». Сейчас в производстве находятся сериалы «Полицейское братство», «Шеф», 5 сезон. Режиссером сериала стал Денис Нейман. Тумаркиным они вместе работали над сериалом «Первый отдел». Главную роль в данном сериале исполнил Артем Ткаченко. Зрителям он знаком по фильмам «Ключ времени», «Давай найдем друг друга». Роль Маргариты исполнила Ксения Лукьянчикова. Вы наверняка с огромным нетерпением ожидаете даты выхода второго сезона, а именно 9 серии данного сериала, премьера которого назначена на весну 2023 года. А чтобы быть более детально в курсе, подписывайся на наш канал.